Всем привет, друзья, с вами канал ФРШК. Сейчас я нахожусь на съемках и, чтобы не терять время, решил записать для вас подводки к финалу Кубка ФРШК по мини-футболу. Интригующе звучит, согласен. Также, чтобы не терять материал, мы покажем вам полуфинальные, можно их так назвать, матчи. Они особо никакой турнирной ценности не имеют, но чтобы не потерять материал, мы их покажем. Хороший! Проиграть должен Илья Шамат. Рука! В стенку встаньте! Без стенки, Илья Лох! Я ж сказал, беги! А кто забил гол? Влад, хорош! Нет. Косоногий! Саня, сам! Ваня, давай! Просто лох поэтому пропустил. Внизу,
обратно, они плавают. Готов? Турки, турки, турки! Что ж, друзья, вот такой вот жаркий финал у нас получился. Спасибо, что досмотрели этот видеоролик до конца. С вами был канал Фрешка. Всем до скорых встреч. Пока!